Сегодня мы с вами попробуем приготовить и разобрать кашу, на которой так плотно сидят наши сограждане. Она воистину волшебная, она божественная. Ведь как объяснить то, что люди с ней забывают обо всем? Им так хорошо, что они не хотят ни о чем думать. Для этого нам понадобится, ну, конечно же, НАТО. НАТО надо много. Обязательно 8-летний донбический бомбас, щепоточку боевых комаров, обязательно просто боевые голуби. И все это необходимо приправить как минимум Ираком, Ливией и Сирией. А, и не забыть еще про Югославию. Ох, друзья, знатная кашица получается, знатная. Уже почти год назад, еще в самом начале военного безумия, начатого Путиным, я записал видео, в котором пытался объяснить, что Путин, власть обманывают народ. И никто на нас нападать не собирался, ну а внешние враги нужны власти лишь для того, чтобы продлевать срок своего правления. Ну и конечно же получать новые эмоции в связи с существованием внутри прогнившего тела имперских амбиций. Вот это видео. Все, кто продолжает смотреть федеральные каналы и верить тому, что там говорят, отвлекитесь на минуту. Я расскажу вам, что происходит в реальном мире. На нас никто не собирается нападать. На нас никто никогда не собирался нападать. Все это выдумка, ложь и инструмент для сохранения власти. И этому есть простейшее доказательство. Наипростейшее. В 90-е годы, ну, когда мы стояли на коленях, как любят говорить многие, была разруха, нищета, не было армии. Заходи, бери все, что хочешь. На нас никто не напал. На нас никто и не собирался нападать. Нас никто не поработил и не собирался этого делать. А знаете почему? А потому что миру этого не надо. Мир другой. Или вы считаете, на Западе все такие, сука, джентльмены? Сели и подумали, а давайте-ка дадим России лет 30, пусть она разбогатеет, построит на эти деньги, ну там, не заводы, фабрики и дороги, а ракеты, танки, самолеты. Мы станем зависеть от их газа, очень сильно станем зависеть от их газа. И вот тогда-то, может быть, лет через 30, мы подумаем о том, а стоит ли еще лет через 10-15 принимать в НАТО Украину, чтобы что? Знаете, они там поняли одну очень важную вещь, что вы не хотите сами думать. А время пришло, включайтесь. За это время видео набрало больше 2 миллионов просмотров, больше 8 тысяч комментариев. И благодаря этим комментариям я попробую показать, какая каша творится в головах наших сограждан. Помимо этого озвучу реальные факты из реального мира. Поэтому, несмотря ни на что, показывайте это видео всем сомневающимся и тем, кто продолжает еще спать. Ну а мы будем пытаться их разбудить. В 41-м тоже говорили, что на нас не нападут, а в результате 26 миллионов погибших. Россию окружили базами НАТО, так что не надо ля-ля. А никто и не говорил, что на нас нападать собирались. А Донбасс, поэтому и называется СВО по защите жителей Донбасса. Конечно, в чем-то ты прав, но чтобы США избежала кризиса, им нужна война в Европе. А напали бы на нас все равно. 100 лет война, и так всегда. В 90-е они пришли и качали наши ресурсы себе в карман. Путин это начал запрещать, и вот началось. Все происходит по мировому сговору и по плану тайного единого правительства. Кондолиза Райс предлагала оставить нас в 20 миллионов, а Тэтчер собиралась оставить нас в 40 миллионов. Уже, наверное, лет 20 назад, как минимум, мы шутили про то, как НАТО расширяется на восток и приближается к нашим границам. Ну, шутили и смеялись над этим. Но сегодня это является одним из важнейших ингредиентов для многих россиян. Многие ведь оправдывают спецоперацию тем, что надо остановить НАТО. НАТО главный враг. Если нападать на нас никто не хочет, для чего НАТО расширилась и установила возле нас базы ракеты? Но сейчас этих границ стало больше, и они стали ближе. Финляндия и Швеция. Но почему-то это никого не беспокоит. Хотя по факту должна уже начаться паника. Ребята, народ, НАТО у границ, все пропало. Ноль реакции. Эта выдумка нужна лишь политикам для того, чтобы запугивать народ. Мы и сами могли быть в составе НАТО. Ну, Путин этого не захотел. По одной простой причине. Потому что он бы не смог бесконечно царствовать. Это было бы невозможно, он бы не смог развязывать военные конфликты, преподносить народу пировы победы
и находиться у власти там до конца своих дней. Все это было бы невозможно, если бы Россия была в НАТО. А вот в качестве врага НАТО это самое то. Предлагали России вступить в НАТО? Предлагали. То есть получается, изначально НАТО не планировало нападать на Россию, а даже наоборот хотело с ней дружить? Нет, НАТО планировало напасть на Россию, поработить нас и забрать все наши ресурсы. Послушайте, большинство людей, которые поддерживают спецоперацию, это люди там 55-60+. А что вы хотите от людей, которые в свое время заряжали воду перед телевизором? Относили все свои последние деньги в МММ? Которые ужасно боятся ЛГБТ, но при этом ходят на их концерты, голосуют за них и готовы за них умереть? Как можно верить в какого-то дряхлого старика, как в гениального политика, который в своей жизни вообще ни разу не участвовал в дебатах? Который вообще не создал ничего за 23 года? Просто просрал огромное количество денег и все. Как может быть кумиром трус, вор и убийца? Но он, наверное, может быть кумиром только для тех, кто сам является трусом, вором и убийцей. Если не по факту, то в душе где-то. И в Одессе никто никого не жёг. И в Донбассе никто никого не убивал. Да, и уровень образованности зашкаливает. И таких примеров очень много. Ну просто человек как рыба. Вот плыл какую-то информацию, он скушал и поплыл дальше. Знаете, еще говорили, при царе было слишком много малограмотных крестьян. С образованием беда. Так за 100 лет ничего не изменилось. И вот таких людей во власти очень много. У этого человека не хватило времени ни на школу, ни на элементарные знания. Как думаете, есть ли у него время на то, чтобы разобраться хоть в чем-то? Я думаю, что нет. А никто не говорил, что нас нападать собирались. А Донбасс, ну, поэтому и называется СВО по защите жителей Донбасса. Все-таки не собирались. Или собирались. Или нет. Защита жителей Донбасса. Интересная такая территория есть, оказывается, в мире. Донбасс. Вы понимаете, что эти люди даже не читают? Ну, то есть, если бы они читали, они бы увидели, как правильно пишется. Донбасс. Ну, хотя, с другой стороны, они, может быть, и читают, но читают только тех людей, которые пишут Донбасс. Ну, либо прочитали и подумали, что Донбасс – это речь о какой-то другой территории. А Великий Пу защищает именно жителей Донбасса. Дилетант, в 90-е все забрали без войны. А теперь мы пытаемся оторвать их от халявы. Оторвать Запад от халявы? Подождите, но Путин же сам лично сказал, что он защищает народ Донбасса. Что он демилитаризирует и денацифицирует Украину. Про оторвать Запад от халявы вроде такого не говорил. Или прям вот так сел, что... Цель СВО – оторвать Запад от халявы. Хватит терпеть. Уже напродавали им нефти и газа, уже понакупали себе дворцов, уже понакупали себе недвижимость в их странах. Все, конец халяве. Теперь все для тебя, мой народ. Тогда они взяли и сделали, что хотели. Нападать не надо было. Мы не сопротивлялись. А сейчас они хотят забрать наши духовные ценности, чтобы плясали под их дудку. Человек с ником Радуга. Вы уж как-то там поаккуратней с ценностями. Власть не любит радужных. Я не понимаю, как это можно забрать духовные ценности. Ну то есть, ты русский, отдавать мне свое сердце, иначе я тебя убивать? Мне кажется, у вас там только 3 ценности в жизни. Это пожрать, нажраться да потрахаться. На нас не хотят нападать, с этим могу согласиться. А вот уничтожить Россию и извести славянский народ хотят многие. Извести славянский народ. Я не понимаю, как это может родиться в голове человека, но допускаю, что может что-то подобное появиться в голове человека, который ни разу не был за границей. И вот смотрит всю ту чушь, которую ему говорят с телевизора, и верит в нее. И реально у нее там какая-то существует картина, что там Запад это какая-то тьма, там живут вурдалаки, которые реально хотят захватить и поработить его. Но при этом в его голове прекрасно уживаются те факты, что он ходит в одежде, которую производят вурдалаки, разговаривает по телефону, который производят вурдалаки, на машинах ездит, которые производят вурдалаки. Интересно, а вот в Германии там есть такие люди, которые сидят и говорят, нас хотят поработить, на нас хотят напасть и захватить и украсть все наши технологии, забрать все наши мерседесы? Или Швейцария? Швейцария же это вообще страна-банк. Ну просто страна и куча денег, все. Ну захватывай не хочу. На всю жизнь хватит. Нескольким поколениям.
Не захватывает что-то никто? Еще раз, почему сегодня Путин стоит поперек горла сильным мира сего? Потому что они сегодня не хозяева в Кремле. В 90-е они пришли и качали наши ресурсы себе в карман. Путин это начал запрещать, и вот началось. Поперек горла хозяева в Кремле? Подождите, так, нефть у друга Сечина, газ у друга Миллера, интернет у Сманова, ну и так далее. Или Путин, как настоящий разведчик, вычислил, что Сечин, Миллер, Усманов – американцы? Так подождите, а вы что тогда, американцев поддерживаете? Или я что-то не так понял? Задача со звездочкой. Мир – это колония США, и пока ты не рыпаешься, ты спокойно влачишь жалкое существование. Но стоит тебе только пойти против, тебя уничтожат. Конечно, в чем-то ты прав, но чтобы США избежала кризиса, им нужна война в Европе. А напали бы на нас все равно. 100 лет война, и так всегда. США нужна война в Европе. То есть получается, по мнению этого человека, Джо Байден на протяжении там 21 года встречался с Путиным и просил его начать спецоперацию в Европе. Ну, такой говорит, Володька, мне очень надо, давай выручай, начинай. А Володька такой, Джо, ну может не надо, а? Нет, Вова, надо. Или нет? Путин такой, все, больше не буду слушаться Байдена. И поэтому денацифицирую Украину. А нефиг НАТО расширять на восток. Или вот, и тут главный козырь всех зомбированных. Скажи об этом Ливии, Сирии, Ираку, Афганистану, Югославии, Вьетнаму, Корее. Фух, все, джекпот сорван. Дальше можно не продолжать. Ну раз в 100 лет постоянно подали. Это было. Войны-то были. В сегодняшней ситуации я тоже начала посомневаться. Логика железная. Раз в 100 лет нападают. Гениально. Владимир Владимирович, 100 лет уже скоро заканчивается. Может, подсуетимся заранее? То мало ли, денацифицируем кого-нибудь. Или спасем. Специально для спасения есть несколько тысяч ракет. А знаешь, в чем дело? Они в 90-х сделали Россию колонией Запада. Зачем тратить деньги на ее захват? Берут ресурсы даром, а мы их обрабатываем. На Запад, ребята, работаем, на Запад. Ну подождите, а Запад же тогда, получается, был всегда добрым в отношении нашей власти. Он ведь им столько домиков за границей построил, всех их детишек отправил жить и учиться за границу, столько денежек им в разные банки по всему миру положил, яхты им подарил, самолетики. Чего-то они так взъелись-то на Запад-то? Или мы этого никогда не поймем? Мы ж люди маленькие, а это большая политика. Да, пиздеть это еще то искусство, как и пиздить. А кто же тогда развалил всю нашу промышленность? Кто уничтожил промышленность стран Содружества СССР? Почему вдруг эти страны стали нищими? Всю промышленность уничтожил Запад. Пришли сбитыми после очередного бейсбольного матча Майами Хитс Нью-Йорк Никс и расхерачили все заводы к чертям. А то, что государство этих стран вообще ничего 30 лет не делало, такой вопрос не стоит. Поэтому пойду, возьму в кредит вражеский айфон и буду им в сетях дизлайки ставить. Россия слишком лакомый кусок для них, и они не откажутся от своих желаний, пока не получат по зубам. Просто когда была разруха, как ты выразился, Россия была послушная, а сейчас мы становимся великой державой, и это им не нравится. Помяните мое слово, еще пару лет и Россия станет великой державой. Мне это не нравится. Вы посмотрите, как развивается их автопром. Еще чуть-чуть и наши мерсы станут никому не нужными. А какие у них технологии? Укладка асфальта в дождь, перекладывание плитки ежемесячно, никакой инфраструктуры для инвалидов. Нет, ребята, эту страну нужно остановить. И если не каждый день, то достаточно регулярно в эту кашу добавляется новый ингредиент. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада. Чтобы никакая антироссия, годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала. На территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия. Избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе. Так это и есть то, о чем мы говорим, ксенофобия, нацизм,
экстремизм во всех видах. Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование Соединенных Штатов. Я уверен, что не всем получится разобраться в том, что происходит. Ну, во-первых, потому что люди не хотят признавать свои ошибки. Ну и никто не захочет осознать тот факт, что он оказался дураком, а им пользовались столько лет. И единственное, что можно сделать в этой ситуации, это изменить меню. И заменить старую кашу на здоровую пищу. И все это сделать через то же самое окошечко в столовой. Через телевизор. Но все равно, несмотря ни на что, продолжайте, не останавливайтесь и доносите правду людям. Все получится.